Во вторник руководство «Ошейника» подвело итоги осенней серии игр и обозначило планы на весеннюю часть чемпионата. Первый сбор после отпуска стартует 10 января в Ярославле. На домашние тренировки тренерский штаб планирует привлечь новичков команды, троих игроков 99-го года рождения. Затем черно-синие отправятся на сборы в Турцию и примут участие в Кубке ФНЛ на Кипре. Текущее количество футболистов в заявке 26. Клуб вполне устраивает, и команда, и тренеры заинтересованы сохранить состав. Одна из задач – продолжать развивать спортсменов, пришедших из второго дивизиона. Весной ярославцам предстоит сыграть 14 матчей. Первый поединок состоится 8 марта на домашнем стадионе. А итоги прошедших матчей лаконично подвел наставник ярославцев. Турнир сложный. 24 матча. И на каком-то этапе выступили более качественно. Смазали, к сожалению, начало. Первенство, ну, на то есть причина, я готов о ней говорить. И концовку несколько смазали.